Сегодня я расскажу, как сделать очень удобную и недорогую лавочку своими руками буквально там за 4 часа. Если не считать, конечно, времени высыхания краски. Делается очень просто, по стоимости примерно в 3,5 раза дешевле, нежели покупать. Да, более того, она получается гораздо прочнее. Первым делом нужно нарисовать проект. Скамейка будет длиной 140 сантиметров под мои нужды. Из трубы 40 на 40. Желательно стенка 2 миллиметра, но я купил 1,5, потому что не было в наличии. 2-3-метровые трубы. Обошлись они 1050 рублей. Сейчас будем делать нарезку согласно проекту. После распила должны получиться одна стяжка, в зависимости от длины скамейки у меня на 120 сантиметров. Два куска по 40 сантиметров, два куска по 45 и два куска по 87. Трубу 87 сантиметров нужно распилить таким образом. Здесь отложить 42 сантиметра, здесь 1,5 сантиметра и сделать уголок. Почему 42, если ножка 40? Да потому что она будет с изгибом, то есть не прямая. И на это как раз уйдет 2 сантиметра. Потом ее нужно подрезать. Но перейдем к этому позже. И это пойдет спинка. Здесь 45 сантиметров. Сваривал точками на небольшом токе, потому что металл тонкий и его легко продырявить. Чтобы получить заведомо ровную конструкцию, желательно использовать лист с ровными краями, заводскими. Вот, допустим, огнеупорный лист фланг. Можно использовать гипсокартон, ну что-то не горючее. Выравниваем здесь по краям. Там параллельно заводскому краю. И здесь обрезаем под стык. То же самое будем подрезать и ножки параллельно земле. После того, как готова одна заготовка, вторую делаем по первой. Просто накладываем ее на первую. Но для этого нужно сточить швы, чтобы не мешались бугорки и лишние миллиметры не были в качестве погрешности. Привариваем перекладину. Для этого нужно использовать магнитные уголки и строго соблюдать перпендикулярные углы. Сейчас сначала сварю на точках одну сторону, потом сварю на точках другую сторону. Если что, нужно немножко подкорректирую, и окончательно будет сварка. Варить электродами хорошо могут не все. Нужно, чтобы сошлись несколько событий. Был начальный навык, хороший аппарат, ну и хорошие электроды. Если чего-то из этого нет, то электроды будут постоянно залипать, а в тонком металле зазияют дыры. Но есть способ новичку вот прямо сразу начать нормально варить, причем металл любой толщины. Для этого просто понадобится полуавтомат, где будет и MMA-сварка, то есть электродами, и TIG-сварка с помощью проволоки. Причем как с баллоном газа, так и без него. Осталось наварить подпятники из трубы 60 на 60. Буквально 5 сантиметров срезаем. И на 4 части. Вся остальная конструкция готова для того, чтобы делать деревянную часть. Нашел металл от старых перил, но там есть кренделючки. Почему бесплатно вы их не использовать и поставить на лавочку? Прежде чем ее обшивать, нужно поставить ее на ровную поверхность, где есть явный горизонт, и проверить, все ли ножки касаются поверхности. И если нет, то понадобится 2 человека, а лучше 3, чтобы ее немножко подогнуть. Подготовим доску 140 на 35. Пройдем фрезером, немножко болгаркой, ну и нарежем.
покрывает светом палисандр, который у меня остался от беседки. Все будет в одном стиле. Для крепления буду использовать мебельные болты 9 сантиметров. Также нам понадобятся заглушки на 40-ю трубу.